Всем привет! Предлагаю вам сегодня посмотреть продукты, которые мы купили. Я буду говорить цены, сколько они стоят. В общем, нам дали зарплату. Ну, не всю, конечно, но все же. И я пошла, купила продукты. Давайте смотреть. Смотрите, это то, что я купила сегодня, сходив в магазин. Но нам выдали зарплату, и я решила купить вкусняшки. Сейчас буду рассказывать. Это слойка, это простоквашино, вкуснятина. Чизкейк Нью-Йорк. Это, в общем, натертый сыр для того, чтобы, видите, там ветчина. Я буду заворачивать ветчину. Естественно, для этого майонез. Для рыбы мы берем вот такие вот кунжутные булочки, вот такие вот листья салата. Будем туда накладывать и готовить очень-очень вкусно. Еще смазываем сыром таким специальным, который для роллов. Тут огурцы. Тоже будем класть огурец сверху. Мандаришки. В общем, смотрите, это я взяла на работу сок, потому что мне больше не влазит в сумку. И тоже для работы можно будет вот этот хлеб накладывать ветчину и сыр. Сын у меня любит, когда тут вот такое вот мяско. Вот, бананчики. Тоже сына взяла, себе взяла хурму две штучки. Вот. Так что давайте расскажу, сколько это все стоит. Все это я покупала в Пятерочке. И у нас вышла сумма на 2343. Вот она циферка. Это все стоит 2343. Сейчас расскажу более подробно, что сколько стоит. Мандарины. Вот такие вот мандарины. Хорошие, крупные, большие. Килограмм стоит 134,99. Этот пакетик у нас кило 250. Вышло на 168 рублей 74 копейки. Ну, 169 рублей, в общем. Вот эта вот рыбка, форель 200 грамм. Кусочек вышел на 329,99. Он так и стоил. 330 рублей, считайте, кусочек 200 грамм рыбки. Так, вот у нас чизкейк. Масса 400 грамм. Чизкейк стоит 400 грамм, 319,99. 320 рублей, считайте. Вот этот простоквашино, две штуки, да, одно стоит 47,19, масса, вот можно посмотреть, 150 грамм. Вот такой вот салат в горшочке, одна штука стоит 62,99, ну, то есть 63 рубля. Это чтобы брускеты с рыбы готовить, очень вкусный. Майонез стоит 79,90, здесь 425 миллилитров. Хурма, килограмм 119,99. Вот эти две штучки весят 0,49, вышло на 58,80. Ну, считайте, 60 рублей две хурмы. Огурцы. Огурцы стоят 159,99 килограмм. Здесь 0,96 грамм. Стоит 154 рубля. Три огурца нам обошлось. 154 рубля. Сыр у вас дам в нарезке. 150 грамм. Стоит 140 рублей. Очень вкусный сыр, мне очень нравится. Это я для себя беру, для бутеров. Этот сыр уже натертый. Я его беру для того, чтобы с ветчиной делать. Где 200 грамм, стоит 140 рублей. Такая вот слойка, две штучки. У меня сын очень любит. Одна штука стоит 47 рублей. И вес одной штуки 70 грамм. Бананы. Бананы килограмм стоит 76,99 рублей, у нас 0,79 грамм, и вышло на 61 рубль, 3 банана. Банан я готовлю вот так. Очищаю, нарезаю, зубочистку втыкаю, пожалуйста. Можете так кушать, можете с чаем, по-быстренькому, витаминчик. Карбонат, одна штука, 104 рубля, 99 копеек. Ну, 105 рублей, считай, 105 рублей. Одна штука, и вес 115 грамм. 115. Видите? Это для бутеров. Та нарезка была для сына, а это ветчина нарезки. Это я буду делать рулетики с сыром на работу или просто бутеры. Одна стоит 89,99. Одна штука 89,99. Это со скидкой сейчас идет. Ну, здесь много чего со скидкой. И весит, сколько тут грамм? 120 грамм. Вот. Две такие баночки сока. Я ходила, смотрела на него. Он так дорого стоил, 66 рублей одна баночка. И тут всего 0,2. Видите, 0,2 литра.
Так долго смотрел. А сейчас смотрю со скидкой. 1,33. В общем, 2 за 66 покупайте. В общем, 2 вот этих у нас за 66 вышло. 1,33. Я на работу буду брать. Я так хотела. И, ну, я сейчас, конечно, один выпью, потому что я очень давно хотела. Маленькие, удобная баночка, чтобы носить на работу. В общем, я не удержалась и выпила прямо сейчас. Такая вкуснота, такая нежная мякоть, просто очень вкусно. Не зря я хотела этот сок. Так что пока сейчас со скидкой, наверное, еще как-нибудь возьму. Очень мне понравился. Вкуснятина. Так, у нас теперь булочки с кунжутом. Здесь три булочки. Это у нас для брускет. Так, 180 грамм, видите? Одна булочка 60 грамм, 180 грамм. Классные булочки, чтобы с рыбкой брускеты готовить. Так, хлеб 54 рубля. Вот такой вот тостовый, пшеничный. Это вот чтобы делать сэндвичи, бутерброды, чтобы на работу можно брать и дома. Здесь всего 350 грамм. Хороший хлеб тоже. Вот. Ребят, надеюсь, вам было интересно это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Я буду очень-очень рада. Вот. И, в общем, из Москвы всем и каждому большой огромный привет, просто огромный пламенный привет. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были здоровы. Это сейчас самое главное здоровье. Берегите себя и своих близких. Вот. И желаю вам побольше вкуснятины, чтобы вы могли себе позволить купить вкусностей разных вкусных продуктов. Я вот дождалась скидку на сок и довольна просто. Я буду еще набирать, потому что очень-очень вкусно. Вот, чтобы у вас были большие возможности, большие открытия, и все дороги были открыты. Все, пока. Спасибо.